Я жительница города Твери, и я обращаюсь к жителям нашего города и Тверской области, так как город находится, он областной центр. 4 года назад наша администрация решила придать городу привлекательный вид. За мной вы видите остановку бассейна «Радуга», которую изуродовали. В свое время здесь стоял нормальный человеческий павильон. В последнее время это было «Союз-печать». Но снесли, хотя в других местах, площадь Капашвары, Суворовское училище, такие же павильоны стоят и до сих пор, и они не уродуют город. Я хочу сказать, что мы живем по Конституции, и Конституцию никто не отменял. Вся власть принадлежит народу, и мы законопослушные налогоплательщики, и мы содержим армию чиновников, которая должна выражать волеизъявление нас, народа. Мы не выражали волю жить в таких условиях. В течение 4 лет нарабатывался материал и отписки, что остановка будет восстановлена, но идет и год, и два, и три. Мы обращались и к губернатору города Твери, Рудени Игорь Михайловичу, чтобы он помог в решении этой проблемы. И 3 года назад я была на приеме в администрации области, и Игорь Михайлович обещал нам. Он свое обещание выполнил, и в прошлом году он выделил из бюджета области денежные средства на приобретение 67 остановок. Но остановки у нас на бассейне Радуга до сих пор нет. Чиновники, бюрократы отвечают: нет денежных средств. И мы в очередной раз обращаемся к губернатору Игорю Михайловичу: будьте добры, остановки вы дали, и выделите хотя бы сколько-то денежных средств для того, чтобы на нашей остановке павильоны были, чтобы в непогоду на нас дождь не капал, под ногами не хлюпало. Это общественный транспорт, им пользуются очень многие люди. Вот, пожалуйста, сейчас идет реконструкция дороги проспект Победы. Здесь есть и транспорт, все. Почему никто не заложил денежные средства для того, чтобы нашу остановку привести в порядок? По сравнению с общей массой денежных средств, это мизер. Так что, в общем-то, мы не хотим жить по-прежнему. Мы обратились в прокуратуру, мы не сидим. Прокуратура займется проверкой целевого использования денежных средств, выделенных на нашу остановку. Вот находится здесь сквер у бассейна «Радуга». И мы намерены провести митинг, на котором будем также озвучивать данную проблему. И я думаю, что мы ее решим. Кто стучит, тому и открываем.